Глава региона поздравила председателя областного совета ветеранов Серика Дюсимбаева с юбилеем. Главе региона ветеранского корпуса области исполнилось 70 лет. Аким области отметила значительный вклад общественного деятеля, кавалера ордена Курмет, председателя областного совета ветеранов Серика Дюсимбаева в развитии региона. В целом была высокая оценка деятельности совета по укреплению единства и стабильности воспитанию молодежи. С теплыми пожеланиями глава региона вручила юбиляру благодарственное письмо госсекретаря Республики Казахстан Кырымбека Кушербаева, почетную грамоту области и по национальной традиции преподнесла казахстанцам. Чапан. Серик Дюсимбаев с большой ответственностью выполняет свою работу в качестве председателя Совета ветеранов. Организация разъясняет населению политику президента, пропагандирует ценности нашего народа, активно участвует в воспитании подрастающего поколения. Уверена, что вы и далее будете координировать эту работу на высоком уровне. Ваш опыт и знания востребованы. Известен ваш вклад в развитие экономики, повышение благосостояния населения. Примите наши искренние поздравления с юбилеем. Желаем вам здоровья, семейного благополучия. Труд закаляет человека. Благодарен судьбе за достойно прожитые активные годы, своей семье, супруге за поддержку. Сейчас работаю в ветеранской среде. Каждый из ветеранов – кладезь опыта, знаний, мудрости. Каждому есть что сказать. Для нас важно все это передать молодежи.